Здравствуйте. На очереди последняя, седьмая песня Ада, к счастью. И этот уровень, мягко говоря, так себе. Ну да ладно. За львами находятся предметы, я даже этот возьму. Остальные предметы более полезны, но частичная невидимость поможет с хит-сканерами на улице. Так, возьми. Что такое? Такое здесь иногда случается, к сожалению. Отлично. Итак, выходим на улицу. Здесь есть достаточно много врагов. Этот уровень чем-то похож на Nessus, который мы не так давно прошли. Так, мы взяли миниган. Я думаю, мы сейчас не будем всех тут уничтожать. Они тут сами с этим справятся, я полагаю. Ой, хаос. Поднимемся вот сюда, убьем этих ребят. Ладно, лучше зайдем отсюда, потому что здесь есть супер дробовик. Так. Еще инспектор умеет пользоваться лифтами. Отлично. Так, вот здесь у нас... Потом туда заглянем. Лучше спустимся вот на этом лифте. Выйдя на этом этаже, мы получим BFG. А здесь мы получим по морде от импа и патроны. Ой-ой. Зря я сюда залез. Ну ничего. Все равно пришлось бы. Завернемся. Мы снова зайдем вот сюда. Теперь, когда у нас есть BFG, мы можем зайти в эту область и... Барона не убило, к сожалению. Его прикрыли. Здесь мы можем найти ракетницу. Также пойдем вот в эту область, которая меня озадачила, забегая вперед. Пробегаем сюда, хватаем плазмоган, убиваем ревенанта и всех остальных. Пустим пару ракет туда. Туда тоже. Боюсь, что ракетница нацелится на тех, кто внизу. Так, забираем костюм и берсерк. Надаем по морде этому чуваку. Оу. Кажется, мне дырявый костюм достался. Ну да ладно. И мы могли заметить зону с мегасферой. Но туда так просто не проберешься. Здесь нет никаких порталов туда. И проходов тоже нет. И там ревенант стреляется. Не. Закройся, пожалуйста. Как бы мне в спину не прилетело. Пока я тут разглагольствую. Да ладно. Даже по карте можно увидеть, что ничего тут такого нет. Однако, если присмотреться к границам, то вот здесь довольно тонкая граница. Все как бы нормально. Но здесь линия более толстая. Что как бы намекает на то, что, может быть, по ней можно пройти? Но нет, как же, это же не может быть так, правда? Давайте попробуем. И да, это действительно так. Более того, необходимый желтый ключ здесь является также секретом. Гениальное дизайнерское решение. Ну да ладно. Имея желтый ключ, мы можем открыть решетку здесь, например. Но мы туда пойдем чуть позже. И еще и другим путем. Пока я хочу зачистить здесь все, что шевелится. Включая этих ребят. Так, далее мы пойдем
Да. Здесь мы поднимемся. Здесь мы можем взять карту. Только мы ее возьмем. Появится вот этот чувак. И также у нас есть пара лифтов, где прячутся пинки и спектры. По парочке. И сразу убегают в порталы. И пока я не забыл, зайдем вот сюда. Здесь тоже своеобразная ловушка. Убиваем их. Не хочу заходить сильно далеко, потому что в другом части двора вот эта вот штука. И ладно, мне не получилось ее застанить. Эй, он сейчас разродится миллионом черепушек. Пристрелим тебя. Разгребем тут все остальное. Так. Ну и... По-моему, я здесь не взял второй портал. Так, это не то. Да, это не то. Отлично. Так. Эта дверь требует красного ключа, который мы скоро добудем. И я вот думаю... Давайте сначала сюда пойдем. Да. Когда мы пройдем здесь, пол за нами провалится. И Хеллайт выберется наружу. Заберем тут все вкусности. Так. Вот этот лев, это кнопка. Пока ее не стоит нажимать. Вы видите почему. Прямо сейчас. Убиваем этого Арчевоева. И видим красный ключ. Красный ключ опускается к краске этой кнопкой. Вместе с Арчвайлом. Если мы его не убьем заранее, поэтому... Да. Лучше этого не допускать. Сейчас появятся два барона. Я хотел убежать, но безуспешно. Отлично. Ну и... Да, наверное, можно туда сходить. Не возвращаться больше к этому вопросу. Здесь нужно аккуратненько пройти и быстро вернуться назад, потому что здесь будет миллиард имбов. Трое могут загрузить. Далее тут за решеткой импа и манкубус. Попасть к ним можно через этот тоннель. Только мы пройдем сюда, откроются стены с Хеллайтом и импами. И готовим БФГ, потому что три барона. Остальных можно ракетами добить, я думаю. И только мы зайдем в их комнатку, то здесь откроется стена с несферой. Это не скелет почему-то, но тем не менее. Ну что ж, идем к двери, которая требовала красный ключ. Попадаем вот в такой вот симпатичный зал. Берем тут все вот. Я не хотел брать эту вот сферу неуязвимости, ну что ж поделать. Зато можем вплотную стрелять ракетами. Быстренько убиваем всех этих ребят. Потому что здесь должен появиться противник покрупнее.
Там мы можем нажмем вот это. Мы его уже слышим. Ой. Это было неудачно. Но я думаю, да, мы справились. Так, я синие ключи уже забрал. Уходим отсюда. И возвращаемся. Кажется, так, да, остался один противник, он буквально за дверью выхода. И три минуты. Все. Такой себе уровень, мягко говоря, с достаточно странными дизайнерскими решениями. Вот это вот место, где надо было попасть в ту комнату с мегасферой и желтым ключом, я не знаю, минут 10, наверное, смотрел, тупил, как это все. Я потом только каким-то чудом увидел вот эту вот более толстую линию. Предположил, что по ней можно пройти. Ее даже так не видно, по-моему. Если без карты смотреть, конечно же. Но тем не менее, такая вот. Такая вот карта. Ну, будем надеяться, что оставшиеся пара уровней будут поинтереснее. Потому что да, мы ближимся к финалу. И это здорово. Потому что мы можем начинать проходить другие вады для дума. Что меня несказанно радует. Я даже знаю, какие мы будем проходить, но об этом позже. Тем не менее, спасибо за просмотр и всего хорошего.